Там Шкода Т24, карта Химмельсдорф, 41% на победу. Интересный танк, но никак я на нем мастера взять не мог. Ну и тут свершилось чудо. Я не знаю, как это получилось. И набивал много. И играл как ПТ. И врывался. Но заработать мастера я на нем никак не мог. Хотя на нем у меня 65-66% побед. Очередной раз на этой карте я выезжаю на горку, так как углы вертикальной наводки составляют 10%, что очень радует. Можно потанковать. Вот видите, скорость он набирает неплохо. Даже на подъеме он хорошо врывается самым первым. То есть здесь можно же первую сделать домашку, то есть выкатиться, хоп, просветить вам, пожалуйста, еще не успевает свеститься. И БТ-7 получает. Вот зря. Два выстрела. И танка нет. За два выстрела. Уже 230. Ну, пожалуйста, следующий. Нам опять вырыв. Почему они так рываются, я не понимаю. Есть пробитие. Противник в огне. Вот остается Т-34. Пока он отвлекся, я могу немножко настреливаться. Да, мы уже, в принципе, даже 4 фрага потеряли. Я не боюсь, идет поддержка сзади, то есть я могу выкатиться в тот момент, пока он на меня не смотрит, пока отвлечен. И наносить удары. Ну, а тут самое главное, самому не попасться. О, дай, пожалуйста, не заметил, лапочка. В принципе, лапочка тут и ни при чем была. Но сейчас этого Малдера надо убрать. Я забрал его 114, так он вылезет. Да, он уже второй раз мне. Вот теперь, если он сейчас сам вылезет, это будет его ошибка. Вот зря он это сделал. Так, там поддержка один у меня. На гору надо сдержать. Поскольку нас только двое, которые сдерживают. Надо ПТ-шку. Вот, выстрелил Су-85, пока на перезарядочке поставить под кого-то. Да, он мог бы сейчас меня забрать. Перестреляюсь. Так, ну что, я один, да, на горке стал. Ну, этого можно забрать, в принципе, с двух раз. Ты, вроде бы, должен был попасть. А там я один против двоих. Т-34. Т-46. Давай, кто первый? Посмотрим. А, внизу еще кто-то там есть. Да, загорается моментально. Так, ну теперь Т-46. Я попробую все-таки спуститься ниже и от углов поиграть. Так, не стреляю, все, не стреляю. А, вот с левой стороны еще. Вот это надо будет забрать. Да, активно ведут. Ну, вот тут уже, в принципе,
за нами победа. Так, Т-46, да, впереди был, так, что же он не выходит? А, в принципе, я его одним выстрелом и забираю. Ну, уже 1400 набил. Начал, убежал он. А, да, он уже в самом низу, то есть он понял, что здесь оставаться нечего. Да, уже не успею. Шестого фрага взять не успею. Ну, так, победа. В этом бою получил знак классности мастер. Присваивается игроку за мастерство владения боевой машиной. Для присвоения необходимо заработать больше опыта в бою, чем средний максимальный опыт за предыдущие 7 дней. У 99% игроков на данной машине. Вот почему я не мог мастера так взять. Костолом. Поджигатель, то что... Несколько машин подожглось. И основной калибр. Естественно, в топе. Если нравятся вам такие реплеи, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И еще один бой. Тоже Шкода Т-24. На той же карте. Химмельсдорф 56% на победу. Бой начинается. На других танках, на Гоку практически не ездил, очень редко. Но этот танк просто создан, что просто это его точка. Плюс смотрите, какое количество танков туда поехало. То есть пока все будут отвлекаться на них, я просто буду вылазить и дамажить. Прекрасно. А, так почти, можно сказать, вся команда ворвалась. То есть горку сейчас можно будет взять очень легко. Но если с этой стороны будет небольшое количество танков. А они так же самое, вот смотрите, какое количество танков тоже сюда пришло, практически вся их команда здесь. Пробитие. Так что не ждите, лампочка не сработает, лампочки пока еще нету. И вот здесь просто вот от углов аккуратненько вышел, есть. Ну даже смотрите, Т-34 меня не пробил. То есть даже вот такое бывает. И вот опять выцеливаем, там никого нету. Вот, ну попаду, полностью сиденья нет. Ну вот, пожалуйста, можно сказать, пиксель попал. Вот они стоят, то есть прекрасно так вот вылазит, пока не увлекается нам там на тяжи. Один за одним просто наносишь урон. Вот в чем заключается суть этого танка. Что, честно говоря, вначале я даже не мог понять, как на нем играть. Тут достаточно... Вовремя отошел. Достаточно знать одну очень хорошую характеристику и за счет него играть. Пушка более-менее стоит точная. Вот, мне нравится. Плюс пробитие 132 на пятом уровне. Просто супер. Если считать чубачную, то один сотню мы ее прошиваем. Вот уже второй раз. Второй раз Т-34 не пробивает. Ну, тоже кого-то. Угол получился, вот выскочил, уничтожили. Даже какое-то натанкование идет на этом танке. 195 танковал. Так, может, там не влазит. Ну и в принципе уже команда противников слилась. Вот, мешает ему выехать нормально. Так, начали пока туда.
наверное, с этой стороны быстрее заеду на базе. Тут тоже надо побыстрее. Ну, хотя тут идет долго, больше 3 минут захват. Ну, все осталось двое. 185 и КВ. Смотрите, скорость прекрасная. 60 км в час. На спуск. Ну, по ровной. 58. Ну, тоже до 60 доходит. То есть можно очень быстро менять позицию на этом танке. Так, смотрим. Где же он там стоит? Ну, не значит. Аккуратно. Нужно рентгеном подсветиться. А, он же с правой стороны. Что же так? Пробитие. Все. Да, я забил. Ну, теперь он будет выцеливать меня. Ну, пусть выцеливает. Пусть выцеливает сейчас с той стороны. Все, я спешить не надо. Сейчас время еще много. Сейчас с той стороны подойдут. Отвлекут его, и тогда я могу брать. Вот, подошли, сейчас все он отвлекается, уже смотрит на их сторону, и спокойно можно выкатываться. Вот, свой попал. Бывает такое. Победа. В этом бою я получил знак класса 3-й степени. В принципе, с премиум неплохо играть. Вот в топе даже очутился. То есть даже этот танк и танковать умеет. Ну все, если вам нравится этот реплей, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пока-пока.